Величавое повествование о жизни могучей природы Урала ведет в этой картине Васнецов. Большими обобщенными массами уходят за озером вдаль леса, постепенно покрывающиеся синеватой дымкой. Струя дыма от далекого охотничьего костра поднимается, растворяясь над тайгой. Далеко-далеко над лесом испуганные чем-то беспокойно кружат птицы. Горизонт замыкает сложный силуэт синей горы. Мглистые, свинцовые тучи, проносящиеся по небу и своим движением контрастирующие с застывшей неподвижностью леса, усиливают ощущение тревожного ожидания. Сумрачно застыла тайга, молчание царит в картине. Может быть, природа ждет урагана, единственного хозяина этих глухих мест, и тогда нарушится ее тишина. Завоет сердитый ветер, и застонут под ним стволы деревьев. А пока молчит тайга, хранит свою тайну озеро, тревожно несутся тучи, все чего-то ждет непроходимый бор. Безукоризненно композиционное построение полотна. С высоты смотрит зритель на развернувшуюся перед ним суровую панораму. Диагональный сход склона, уравновешенный слева формами полуупавшего дерева, уводит взгляд вдаль, заставляя почувствовать всю глубину пространства. С горизонтальными, уходящими в глубину массивами лесов, создающих ощущение вековой неподвижности и покоя, вступают в контраст линии вертикально застывших деревьев. Будто на смену старому засохшему дереву высоко поднялась рядом стройная пихта в правой части картины. Как часовой, как дозорный, охраняющий тайны неприступной тайги, застыла она, упираясь вершиной в небо. При этом общее диагональное расположение масс пейзажа подчеркивает внутреннее напряжение и беспокойство. Выразителен колорит полотна. Приглушенные, свинцово-серые, лиловато-синие, темно-зеленые краски передают зловещую статичность, сказочность, заколдованность тайги.